За минувшую неделю рабочие Великоустюгского ДРСУ заасфальтировали пешеходные дорожки по улице Ленина от дома номер 62 до улицы Милентьева. По улице Конституции от Некрасова до проспекта Мира и по улице Милентьева от городского ДК до проспекта Мира. Кроме того, подрядчики приступили к укреплению обочин песчано-гравийной смесью на автомобильной дороге от Котлас-Узла в сторону микрорайона ДОК. С 22 по 23 мая подрядчик приступит к выполнению ремонта асфальтобетонного покрытия по улице Советская, от улицы Речников до железнодорожного переезда, затем к ремонту участка дороги от улицы Энгельса, улица Ленина в поселке Вычеговский и ремонту покрытия тротуара в поселке Вычеговский по улице Ленина. 26 мая в Котласе будет работать комиссия по приемке выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров с участием независимых представителей Автодора, Котласского АБЗ, ГИБДД и Городского собрания депутатов.